В одной из школ Омской области обрушились перекрытия и часть стены. Учебное заведение закрыли на капитальный ремонт сразу после проведения последнего звонка, но успели отремонтировать только крышу. Дети сдают ЕГЭ в других школах, поэтому никто из школьников не пострадал. Работы в здании, которому больше полувека, только начались. Будут ли их завершать или на этом месте придется строить новое здание, решит специальная комиссия. Педагоги говорят, что постройка хоть и была старая, но ее состояние серьезных опасений не вызывало. Однако символично, что во время интервью директора школы она продолжала разрушаться. Осенью при осмотре таких больших изменений мы не увидели, а весной, готовясь вот к лету, были замечены изменения. То, что стена в западной части здания просела, ее выперла. Председатель комитета по образованию Александр Данилович Четверяков создал комиссию, которая провела осмотр, и тут же был изменен.